читай, там все написано, в принципе. Да я понимаю. И прям нарисовано. Я просто уже боюсь, Коль, я же занялась самолечением, это было давно, лет 15 назад, Коля, я попала на операционный стол, и я чуть не умерла. Я самолечением занялась, вот как ты говоришь, камни выгонял. А ты что ему гонял? Да он из желчного пузыря. Ну чем? Ну тоже так вот покупала, это было 100 лет назад, Коль. А, ты покупала? Коль. Тоже траву какую-то покупала, Коль, травой. А мы свеклой, отвар я делал маме. Свекольный отвар напила, и они растворились все. У меня желчный пузырь лопнул. У меня как поднялось вот это все. Ну, понятно. Вот эти камни поднялись, Коля, они мне забили полностью. Ну, да, проход, все, да. Да. И все, у меня лопнуло. Ну, да. И у меня разошлось, и мне на операционный стол. Вас обрезали его, да? Вырезали все. Да не только его, там мне что-то все вываливали и все мыли. Ну, да. Мне не хотели делать операцию. Сказали безнадежно. Краску. Да. А, краску, да, блин, забыл, что краску. Ну, вот, видишь. Я сразу увидела краску. Давай повернем сейчас, а ты возьмешь. Вот. И он не хотел это. Дальше, Коль. А, ну да. И он не хотели мне делать это. Коль говорит, безвыходно, она умрет. Как-то не умрет. Делайте. А дочь писала объявление. Да. То есть писала маму сюда. Ну да. Это, что она, если что случится, она снимает это. И вот только тогда делали операцию. Подождать чуть-чуть. Ладно, краски, давай, я посижу. Так, краски там. Ну, здесь, в середине. Угу. Я посижу, Коль. Да. Тебе-то не надо краски? Ничего мне не надо уже. Да я начал красить, там не хватило чуть-чуть. Ну, это другой вопрос. Сейчас банк большой куплю. Чтобы уж хватило, конечно. Лучше еще второй раз, чтобы у тебя не было просветов. Ну, да.